Так, будем сейчас ремонтировать книжку. Макс Вехам желает успехов. Вот, прочитал книжку недавно. Галактики знакомые и загадочные. Ну, правда, когда читал, вот так она... Ну, древняя какой-то, 91-й год, блин, говно. Книжки столько не живут, как говорится. Вот, ну, сейчас будем... Вот, сейчас мы подошли за это самое. Ёмей, сука. Сейчас будем ремастировать книженцию. А, кстати, это мой проект, диджей Колдун. Вот, Макс Вехов желает успеха, подписывайся на мой канал. Много чего интересного. Вот, будем учить молодежь или стариков, как книжки подклеивать. Сейчас, конечно, электронные книжки больше ценятся. Я, например, тоже читаю электронные книжки в основном. Такие книжки мало читаю. Они неудобные, много места занимают. Их неудобно читать в транспорте, например. В телефоне в смартфоне намного легче читать книжку. Так, значит, сейчас будем подклеивать саму эту часть. Сейчас мы нанесем сюда. Клей нанесем. Проведем тут все. Но еще даже не останется. Тряпку надо было взять. Ну, ладно. Вообще тряпку надо, конечно. А вот, вот есть тряпки. Какой-то список. Уже не актуальный список. Уже все продано, так скажем так. Так, и, короче, берем вот так это дело. Значит, вот так вот раз. Берем вот так вот. И книжку так берем. Опа. Состыкуем ее, чтобы она... О, и вот так ставим. Опа. Вот. И переворачиваем так раз. И два. Ну и все. О, ну понятно, что я выставлю там за гривен 30. Но больше она не потянет в таком состоянии. Хотя, может, и 50 поставлю гривен. Если улыб с доставкой достанет. Потому что, чтобы упаковать книжку улыб с доставкой, надо свои упаковки. Это скотч. Это гривен 10. Скотч сейчас стоит 25 гривен. Нормальный. Вот. Еще надо ехать до Новой Почты на метро, туда остановочку и назад. Это 10 гривен. Ну вот считай, 30 гривен книжка и 20 гривен на
доставку до новой почты и, да, и на скотч. А это все деньги. Вот. Тем более, где ты такую книжку найдешь сейчас? Вот. Ну, все, в принципе, то я потом подрежу. Все, вот. Теперь, так скажем, ждем, когда оно все застынет. Все. Все, ждем, когда, так скажем, застынет княженца. Все. Готово. Макс Зеха желает успеха, подписывайся на мой канал. Ну, а что интересного, книжки продаю, у меня там есть плейлист книги, то есть продам книги. Вот. Вот. Ну и много чего интересного. Музыку пишу, видеосъемкой занимаюсь, фотосъемкой. Книжки читаю всякие и альбомы пишу. Ну, эту книжку почитал, тут ничего интересного особо для себя не узнал. Одну книжку я написал, как завелась вселенная, так написал целый альбом, создал проект Cold Moon vs Hot Noon и записал альбом «Побег с матрицы» его в стиле трип-хоп, хип-хоп там такое. Музычка прикольная получилась. Ну, это другое, это DJ Колдун, да, немного другая музыка. Ну все, пока-пока.